Ребята, всем привет, с вами Александр, мы в гостях, и давайте посмотрим, тут такой есть набор, только что выстрелил в таком вот порядочке наши статуэточки, посмотрим, что у нас есть. Это последняя статуэточка за нашего босса, Ураборос 66, ну, это Вулкан 19, кстати, да. Статуэтки Джиггернаута у меня тоже, по-моему, нет. Фиг его знает, не знаю, может, какое-то условие было, надо покопаться, а вдруг есть оно у меня или нет, даже не помню. Так, вот это у нас Феникс 44 и Валькирия 77, да, вы писали, просили сделать сравнение, думаю, это можно будет устроить. Так, давайте как-то вот так вот переместим. Также у нас есть два Рексика, это Альфа 06 и Омега 09, если мне память не изменяет. Кстати, вот тоже к юбилею Jurassic Park 25 лет годовщина. Также у нас есть... как там у нас? Как мы у нас? Додорекс, короче. Додобосс. Она, по-моему, у нас только один раз была. Да, потом у нас был вот этот гигантский Артакон, да. Босс был... Как там? Не Ураган, Тайфун... Выхрь, выхрь, по-моему, да? А, водоворот, выхрь, водоворот. Назывался этот наш босс. Это Кракен 18 и тоже Мегалодон, который был у нас уже несколько раз. То есть Кракен, вроде Додошка и водоворот были у нас по одному разу. Ну, еще вот такие вот есть статуэтки с Додошкой. И статуя Хааста. Вот где тут Додошку съедает птичка. Птичка большая. Так, ух ты. У нас еще есть... Раскопки, скелет спинозавра, тоже прикольно. Прикольно, прикольно, да. Сколько уже этих всяких украшений есть прикольных. Просто жесть. Так, ну а я, наверное, хочу заглянуть вот сюда, вот схватку бесконечную. И обкатать наших, например, индорапторов. Там мы давно не сражались как-то индорапторами. Давайте будем валять всех индорапторами. Ну, по крайней мере, пока нету амфибий. Посмотрим. 24,5 тысячи. Как вам? Ну, сила удара хотя бы 4. Ну, хотя, подождите, 2 удара и хана. Правильно я понимаю? Так, ну, первого надо приносить в жертву, получается. Без вариантов. А может и нет. Хотя нет, подождите, какие? Мне нужно было бить минимум 4 чистых. Да, что-то я так разошелся, разогнался. Пробивает на 4 нас сейчас, но у него по нулям хотя бы, это хорошо. А я за 2 его сейчас тоже пробью. Так, там у нас аэротитан и топпежарка, да? 12 я его пробил. Ну, посмотрим, посмотрим, как пойдет дело. Так, атака на все 4, это, в принципе, хорошо. 40 тысяч. А мы за 2 его пробьем, но там было 12 с чем-то. Если пробиваем, то вообще шикардос. Да, пробили. 3 сюда и 3 сюда. В общем-то, по-быстренькому разобрались с этой троицей, но это пока что у нас нет амфибий. А если они появятся, то будет ой-ой-ой. Ну и травоядных здесь не было, так что был такой равный бой. Равный, ну, сложно его назвать равным. Сила удара у противника была такая же, как у нас, а вот жизни у всех было больше. Минимум на 50%, у кого-то и на 20, на 250. Ух ты, видели следы? Прикольные оставались там, следы грязи. Так, ну, первый бой есть. Арена такая какая-то интересная, да? Давненько мы не сражались здесь. Другая арена. А, здесь один всего лишь бой, вот такой вот супер-пупер крутой. Неплохо. Да, давно не сражался, что прям аж забыл. Так, нам снова тут предлагают редкий набор. И вот здесь у нас уже есть амфибия. Так, допустим, ну здесь нужно брать кого? Конечно же, брать нужно вот этого парнишку. Он подменится. Нужно брать Метрия Фадушку.
И потом еще одного такого парнишку. План таков. Три тысячи, конечно, мало. Мало. Если бы это был индораптор, то можно было бы укусить на 7000. А так... И что это он только что сделал? А с какого перепуга конковинатор? Странное решение с его стороны. Ну, не скажу, что оно для нас очень плохое. Но прикольно. Такой кроха. Выглядит забавно, да? 3 балла у него. Так, ну сейчас мы его немного продамажим. Это для нас даже очень хорошо, что он так вот только что сделал. Я его не пытаюсь пробить, но пытаюсь чуть-чуть поцарапать. И это нам удалось. Блин, жаль, что чуть-чуть не хватило, так бы мы за один удар его могли пробить. Атака на 4 из 5. Так. На 4 из 5. Блин, вот раз, два, три приходится бить. И раз, два, три сюда. Ну, потому что амфибия у нас не пробьет за один, а если он подменится, то у него останется тоже всего лишь 3 у скалозавра. И нам, короче, не страшно. Вот, он подменился, у него осталось 3 балла. Скалозавр это самый бронированный. Не, в Jurassic World Alive кто-то у нас самый бронированный. Так, один балл он себе приберег, гаденыш, да? Нехорошо, конечно, получилось. Мало баллов у нас осталось. Ну, 5 баллов, в принципе. Он думает, что один, ему нужно бить на 3. У него тоже останется всего лишь один, так что я думаю, мы нормально справимся, сможем пробить его. Он бьет на 3, да, остался всего лишь 1 балл. А, у него так мало жизни, смотрите, всего лишь 8000 на 275 уровне, при том, что это как бы легендарный такой эксклюзивный динос был. А мы его вот чуть ли не за один удар пробиваем. Вот такие вот пироги у нас, ребятки, получились. А раньше когда-то, да, в этой игре была такая шара, где можно было зарабатывать доллары. Но это было минимум 1,5 года назад. А то и 2 уже года. Вот, следующий набор уже будет обыкновенный. Короче, ну здесь раньше часто попадались, довольно часто. Короче, каждый раз, по-моему, когда ты перезагружаешь игру, тут менялся набор. Можно было, короче, так позаходить, повыходить, всегда попадать на легендарный набор. И эта штука стоила, а может столько и стоила, но там еще и всегда в наборе было, по-моему, 500 долларов. Ну, короче, можно было так потихонечку фармить баксы. Но это было давно. А на этом, ребятки, все. Всем пока.